Hello, good morning, everybody. Здравствуйте, доброе утро всем. Today we continue to talk about oncology. Сегодня продолжаем разговор об онкологии. You know, every day I get letters, ask for help. Most of now, at this moment, mostly are oncology or the virus problem. Каждый день мне приходит очень много писем, где меня просят о помощи. И там две проблемы. Либо онкология, либо вирус. Just like previous a few lectures, we do know for oncology, there is a big misunderstandings about different kind of treatment. И как мы уже говорили с вами на предыдущих лекциях, в случае с онкологией есть большие непонимания в отношении различных способов лечения. And so many people just lack of the knowledge in this field. И очень многим людям просто не хватает знаний в этой сфере. Because there are the data. Doctor, mostly doctor, who have the oncology, in general, they recover, have much more rate, better than other people who have no knowledge. И по опыту, как правило, у врачей, которые болели, они восстанавливаются лучше, чем те люди, у которых совсем нет никаких знаний в этой сфере. And also, yes, many data say, showed, for example, who have more knowledge, yeah, they can take care of themselves much better and much less suffering. И также есть много данных, которые показывают, что те, у кого больше знаний, они лучше о себе заботятся, и, соответственно, у них значительно меньше страданий. Today, we continue to talk about the prevention and healing about the oncology. Сегодня мы с вами продолжим разговаривать о методах предотвращения, профилактики, лечения онкологии. As we know, let me see here what's wrong. As we know, if we understand well about what the life is, or what the mind is, and then we can use our mind effectively. Если мы хорошо поймем, что такое жизнь, что такое ум, тогда мы сможем все это хорошо и эффективно использовать. If certainly, if we don't have right mind, it will influence us. Но если у нас нет правильного состояния ума, то это будет на нас влиять. A wrong mind can harm to be harmful for us. Неправильное состояние ума может нам вредить. So today we deeply talk about how we can activate our mind immunity to prevent and to cure the tumor. И сегодня мы с вами поговорим, как поддержать свой ум и что должно быть с нашим умом с точки зрения иммунитета для профилактики и лечения. As we know, last time we talked about it. Мы знаем, вот об этом уже говорили в прошлый раз. The cancer happens. It's a long procedure. Рак происходит длительно, возникает. It is not like we get cold or virus. Suddenly we can get this cancer problem. Это отличается от того, как, например, простуда возникает или грипп внезапно. Рак не так.
Yeah, this is why we do have plenty of time to do something to prevent ourselves from the ontology. И вот почему у нас есть очень много времени что-либо сделать, чтобы защитить себя от онкологии. As we know, last time we also discussed, our modern technology, the medical technology, can find the tumor when physically the structure or the blood element have changed. Современные технологии могут найти опухоль, обнаружить, когда уже есть изменения либо на уровне ткани, либо состав крови поменялся. So here we said physically. Physically means two things. One is the structure. Yeah, use MRI, CT can take measure it. И здесь мы говорим именно физически, то есть уже физически поменялась структура. Используем РТ или КТ, мы можем это изменение обнаружить. Another is ailment. The blood test, marrow test, the liquid test, urine test, etc. Which to see. Changed from the element point of view. А другие измерения – это измерения, например, теста спинного мозга, жидкости в теле, крови. Все это также может показать изменения состояния организма. But as a life, as we know, everybody know, we are not only have the physical structure and elements, we have our mind, we have our Chi energy. Но, как у жизни, мы знаем, у нас есть не только физическое тело или структура, у нас есть наш ум, наша энергия, ци. Chi energy and body. This is a life, not only the body. Энергия, ци, тело, вот это жизнь, не только одно лишь тело. So when we get sick, before physically change our mind or emotion or the energy already changed. И поэтому до того, как физически приходит болезнь, то ум, эмоции уже заранее до этого поменялись. We can see the energy change is always earlier than physical change. Энергия меняется всегда раньше физических изменений. When the temperature become warmer, first we feel warmer, and then everything start to grow. When it become colder, the winter coming, everything start to die. So temperature or the energy change earlier than, but the physical change, the life change. Посмотрите на примере природы. Например, когда температура становится выше, то сначала мы ощущаем тепло, что стало теплее, и потом все начинает расти, развиваться растения. И также с холодом. Сначала становится холодно, и потом постепенно природа начинает закрываться и движется к увяданию. Да? То есть ощущение и изменение энергии происходит раньше, чем происходит затем изменение на уровне физическом. One day, as I understand, as I remembered, one year, the suddenly at November, a cold wind appears, and then it kills many vegetables like kapusta. Я помню, как однажды в ноябре пришел очень холодный ветер, и он убил много различных овощей, например, капусту. So energy. Cold energy appears and affect the life of the. Пришла холодная энергия и повлияла на жизнь. And as a life, our mind also, when the mind change, emotional trauma, many people had this experience.
after some conflict the her bad emotion, and then it can cause big body problem. И также, когда меняется ум, то есть после какого-то конфликта, после каких-то очень сильных, тяжелых эмоций, подобные переживания могут затем привести к изменению тела. So in our life, we have to prevent the bad disease before physically we have been diagnosed. И поэтому в жизни нужно предотвращать какие-то серьезные болезни, прежде чем нам поставили уже физический диагноз. Because the healing or prevention from the energy level, mind level, and spiritual level is, it is no suffering. It's not like body physical treatment, surgery, chemotherapy, radiation. It let people suffer a lot. Потому что физическое лечение, такое как, например, химиотерапия, излучение, все это уже дает очень много страданий телу. And also, the healing in the energy level and the mind level, yeah, easy to use it. We can do it at home. И также лечение на уровне ума. Его легко делать, его можно использовать дома. Last time also we discussed the cause to make the to cause the oncology, the cancer. Yeah, we know can be emotionally, can be some chemical stuff. But anyway, this kind of cause will not always exist or influence us. It changes. But after it influenced us, that the result or the symptoms from the cause can stay with us. We have to change in this level. И в прошлый раз мы с вами уже обсуждали, что причина, из-за которой возникает болезнь, она не существует долго, она может проявиться единожды или дважды, и потом исчезает. Но тот результат, который принесла с собой эта причина, вот он уже может с нами быть очень долго и влиять на нас. It is like this. Okay. We have no ability to prevent, to stop the rain. Yeah, but the rain caused flood. У нас нет возможности предотвратить или остановить дождь. Дождь может приносить с собой наводнение. We don't know which year, which month, and when there will be the strong rain. Но мы не знаем, где и в каком месяце будет сильный дождь. So this kind of cause, it can happen, but we have no way to prevent them. И эти причины, они могут происходить, но у нас нет инструментов, чтобы помешать их возникновению. But after the rain happens, there are already on the earth, there are waters, too much waters. And then we need to change these waters. Но после того, как прошел дождь, на земле уже много воды, и нам нужно что-то с этой водой делать. Yeah. And let the water go to some place, not harm to us. Чтобы вода отправилась в какое-то место и не вредила нам. Certainly, also we know, for example, the rain will be like we definitely know sometimes we will have bad emotional trauma. И, конечно, or somebody know there are some radiation, some bad food can cause cancer. We know this. И, конечно, мы знаем, что дожди будут идти. Это невозможно предотвратить. Также могут быть и различная радиация, да, или плохая еда, которая будет приводить к возникновению рака. С этим ничего не поделать. Это будет случаться время от времени. Yeah. This is why if we already do something to prevent ourselves from the bad emotion or after bad emotion, we clean this inference. In this way, in this stage, in this level, we will have much effective result.
И вот почему, если уже у нас произошло на нас какое-то плохое влияние, или мы испытали тяжелые эмоции, это все равно будет происходить. Но если мы себя будем эффективно очищать от этих негативных последствий, то результат будет значительно лучше. So I usually spend much more time trying to convince people we have to do something in this prevention stage. Я действительно много времени трачу на то, чтобы убедить людей, что нам нужно делать что-то с точки зрения именно профилактики. But I talked with so many patient, people. So many people are afraid even thinking or talking about the cancer. Ну, я говорю с большим количеством людей, и многие из них просто боятся даже думать о раке. Because they know, they saw some people who had the cancer, what's their situation. Потому что они знают и видели людей, у которых был рак, и какая у них ситуация. Because in this, the physically already, the tumor already there, the healing really, not any healing have easy side effect. And we know surgery suffering a lot, and radiation and some chemo really let people feel badly. Потому что когда опухоль есть уже на физическом уровне, то это приносит очень много страданий в смысле лечения. Это может быть облучение, химиотерапия, операция. Все эти вмешательства несут много страданий, и поэтому очень много из-за этого страхов у людей. Okay, so again, in this first stage, how we can with our mind to prevent our body? И вот на этих самых первых ступенях, как же мы можем при помощи нашего ума помочь и заботиться о своем теле? I'm sure, everybody read the stories or have experience. The mind really help us a lot to cure our disease. И я думаю, что вы многие читали и различные истории слышали о том, что ум действительно очень сильно помогает нам преодолевать, справляться с любыми болезнями. And we do know bad emotion and bad mind can affect health badly. И мы знаем, что плохие эмоции, плохой ум, это все очень сильно может влиять на состояние здоровья. But good mind and good emotion also affect our health in a good way. Но хороший ум и хорошие эмоции также хорошо на нас влияют. I'm sure you know your own situation, maybe other people's case, and how they get serious problem and then how they use their own mind recover. И я уверена, что вы знаете какие-то и свои истории, и истории других людей, когда люди попадали в серьезные ситуации, но потом их ум помогал им восстанавливаться, выходить из этого. How and what kind of mind influence affect our health? Как и какого рода ум влияет на наше здоровье? If you have this mind, I will recover. I must recover. И если у вас есть такое состояние ума, я восстановлюсь, я должен выздороветь. We say this is a strong mind. Тогда мы говорим, что это сильный ум. And even some people just know the doctor said, "Oh, Maxim, you have 1 year to live." And then in this year, just relax. They say, "Okay, it doesn't matter. Just finish their wishes in this world." And then suddenly they found the tumor gone. И
Вы знаете истории, например, когда человеку говорят врачи, что вам осталось максимум жить, но еще год. И человек расслабляется наконец-то и начинает заниматься своими делами, делает то, что ему нравится. И потом обнаруживается через год, что опухоль ушла. And also, I personally know a few patients, and rarely they have the like brain tumor or some others, a lymphoid tumor, but they just said, I must live because my three children are small. I have to live. Я знаю нескольких людей, которые говорят, у них действительно серьезная ситуация, опухоль мозга, лимфомы. И они говорят, я должен жить, у меня трое детей, и я должен жить. So with this strong mind, it makes doctors surprised because after 1 year, 2 years, 10 years pass, they still live. И вот такое сильное состояние ума, оно удивляет врачей, потому что проходит год, два и три, а пациент по-прежнему живет. I also personally know one guy. The doctor said, "I go home. It's impossible to be cured," and Максим. И лично я знаю одного человека, которого врачи отправили домой буквально умирать, что ему осталось жить совсем, совсем немного. Okay, and then he was advised by some people to come to Kundavel. И какие-то люди ему посоветовали приехать в Кундавел. In Kundavel, certainly we change their mind from very weak. Is no appetite, even cannot work from this very bad state, recover, start to sing songs, eat well. И в Кундавел он к нам приехал очень слабый, он даже ходить не мог, есть нормально не мог. А в итоге он поправился, начал хорошо питаться, даже пел песни, ходил хорошо, двигался. And then during the holiday, he went home, back home, and then suddenly the environment, his home, his brother, his father all died from the same disease. И затем он на праздники поехал домой, и там у него поменялась среда, обстановка, потому что его брат, его отец все умерли от похожих заболеваний. And then he couldn't sleep because he thought he would die also from the same disease. И потом он не мог спать, потому что начал думать, что умрет от такой же болезни. So this is a bad emotion. Bad emotion that he afraid of suffering and couldn't sleep, certainly is not good. А это плохие эмоции. Он не мог спать, он боялся, страдал, и это все плохие эмоции. If somebody tell you, "Oh, Maxim, you have 3 months to live," this can be the fact for some knowledge, but it's not the truth. Anything can be changed. И если вам говорят, что вам, например, остался максимум год жизни, то это не полная правда, потому что всегда можно это изменить. But here it depends on your own mind. Но здесь все будет зависеть от вашего собственного ума. If you accept this knowledge or information, you will die in 3 months. And if you accept this, certainly it will influence you. Если вы смирились и приняли эту информацию, что вы должны умереть в течение, например, нескольких месяцев, тогда та информация, которой вы поверили, начнет на вас влиять. If you don't accept it, or you say, it probably may be right. Yeah, this can be right from the doctor's or some knowledge point of view, but you just in your mind, you told yourself, no, I cannot die. I have to live. And then your mind will change your situation. Но если в своем уме вы услышали информацию от врачей, но говорите «нет, я буду жить, я не должен умирать, я буду жить», тогда и ситуация будет меняться. Usually, people have different kind of consciousness or mind or spirit. У людей
У людей может быть очень разное состояние ума, сознания, духа. Even a lot of people have no idea what to do with this. Don't know what the mind should be. Just no idea what to do. И многие люди даже не знают, что с этим делать и каково должно быть состояние их ума. Even you do know with the right mind can give your body a better influence. But what the mind should be? И даже если вы знаете, что ум может лучше влиять на тело, но все равно непонятно, а что нужно сделать с этим умом? Oh, what kind of mind? This mind, for example, some people have three children. This is not learning, it's the fact. But you don't have children, you have no this cause. Ну, например, у кого-то трое детей, да, и человек живет ради детей, а у вас нет детей, и что тогда? Yeah. So how we can activate our own mind to cure ourselves? Как же мы можем активизировать тогда свой собственный ум, чтобы исцелять себя? We do know, yeah, especially like when we were in Seattle working, some patients just told me, "Doctor, please save me. Yeah, I don't want to die." И я знаю, особенно в Сиэтле у меня такое было, когда ко мне приезжали пациенты и говорили, доктор, пожалуйста, спасите меня, я не хочу умирать. Certainly. Yeah. Nobody wants to die. Конечно, никто не хочет умирать. But this is not right mind which can help you. Но это неправильный ум, он не поможет. Yeah, we need to have the right mind, and then it will change our body. Нам нужен правильный ум, и тогда он поменяет наше тело. We do know, yeah, from the image medicine point of view, we have very clear model or understanding in this field. Our mind can change, influence our body. И с точки зрения медицины у нас есть очень ясное понимание, что любой ум можно поменять, и тогда он будет влиять на наше тело. And our body, our mind also can influence qi energy. Наше тело и наш ум, на них также может влиять ци, энергия. Certainly, a right mind can influence bad mind. И, конечно, можно использовать правильный ум, чтобы влиять на неправильный ум. But mind is, you know, is a term, attraction, obstruction term. Yeah, we don't know exactly how to describe the mind. Но мы знаем, что ум — это такой термин, но как именно его описать? Okay, image medicine give us a clear thinking. Image медицина дает нам очень ясный способ мышления. So what is, how we can understand we have a right mind or not a right mind? Как же мы можем понять, правильный у нас ум или нет? As we know, mind is also energy. Мы знаем, что ум — это тоже своего рода энергия. Mind can show with its colors. Ум может проявляться через цвета. Energy, as we know, energy can let us to understand in color, in brightness. Мы знаем, что энергию мы можем понимать через цвета, через яркость. Okay. So, in this way, we understand. Yeah. For us to imagine a color, a brightness, what color, or some shape, picture, that is easy than we have no way how to use mind. И посмотрите, нам значительно легче, может быть, представлять какие-то цвета, какие-то формы, чем думать о том, что непонятно, что делать с умом. So here we say, image is a clear mind. И здесь образ — это ясный ум.
especially when you are quiet, in a deep quiet state, and then the mind very clear. Yeah, the mind is clear. The picture is clear. И особенно, когда вы находитесь в очень глубоко тихом состоянии, тогда ум ясный и картинка ясная. And at that moment, the mind will tell us exactly the meaning. At that moment, the mind and the image can influence the life. И в этот момент ум нам будет давать очень ясное значение, а образ будет влиять на жизнь. So this is the main idea, main information in image medicine. A right can affect our life in a right way. И вот это главная идея в имидж-медицине о том, что правильный ум может действительно влиять на жизнь. So with many people's own personal experience, yeah, all people understand the right mind can give us the right health, better health. И исходя из личного опыта многих людей, правильный ум дает нам правильное влияние и состояние здоровья. Bad mind, bad image can cause sickness. Плохой ум, плохие образы могут приводить к возникновению болезней. So if after the bad mind or some trauma emotionally or some energy, it already changed the energy, and then we can use the right mind to change the wrong energy back. И если были какие-то переживания сильные, эмоциональные, да, какие-то ситуации, которые сделали ум неправильным и уже поменяли энергию в теле, начали ее трансформировать, тогда правильный ум сможет вернуть все в нормальное, здоровое состояние. Another side from the modern science like quantum physics, from it, they reached that level, anything is energy. Our mind is kind of energy, right? The substance is also energy. Everything in the universe is vibration. С другой стороны, с точки зрения квантовой физики, мы понимаем, что все есть энергия. Энергия и ум, все это определенная вибрация, энергия. So if from the energy level, invisible light level, and to change the wrong image, wrong light, definitely we can recover. И если с точки зрения энергии, с точки зрения образа, мы поменяем неправильное состояние, то мы абсолютно точно можем восстановиться. Our own experience and the modern theory all support this, the image or the mind can help us to improve our health, to recover. Наш собственный опыт, опыт других людей нам показывает о том, что действительно ум, образ могут помочь и поддержать нас в процессе восстановления. But what's the mind, what's the image we need to use, and how we can activate our mind? Но какой ум, какой образ нам нужно использовать и как мы можем это активировать? Yesterday I had a talk with somebody. Yeah, they say, you know, teacher, not everybody has strong mind. Вчера я разговаривала с человеком, и мне сказали, ну, учитель, знаете, не у всех сильный ум. Yeah, it's not everybody has three children they have to leave. You know, many people have weak mind. They don't know what to do when they get sick. И не у всех есть трое детей, ради которых надо жить. У многих детей очень слабый ум, и они просто не знают, что делать. So I said, okay, in this field we researched many years. Я сказала, хорошо, но этому уже исследуем много лет. Idea, and now combined with new technology, video, three dimension, animation, 3D, etc. So together we
created, developed this image healing, exactly use this way to activate our mind. Но сейчас со всеми этими современными технологиями, компьютеры, 3D, мы уже создали, разработали все эти специальные образы, которые можно использовать и влиять на ум. And when we change our own brain, the mind, the body will react to this change. И когда мы меняем наше собственное тело, наш ум, то мы меняем ум, а тело реагирует. So, what is a health mind? Что такое здоровый ум? With image, we can say a health mind is like whiteboard or black, but nothing written there. С точки зрения образа можно сказать, что наш правильный ум – это чистый ум, как белая или черная доска, да, но, в общем, это доска, на которой ничего не написано. So when we use our third eye to see the brain, no image is empty. И когда мы используем третий глаз, чтобы видеть, смотреть на мозг, то мы видим, что там нет никакого образа, все пусто. If we see something, different kind of pictures, images, light, that means something wrong. Если мы видим различные образы, картинки, света, значит, что-то не в порядке. That is wrong image. Это неправильный образ. And then we use the image healing let us to erase this wrong image. Or you we meditate, visualize our body, recording the video, the picture, and change our image. And then we say, we already understand. When the image changes, our mind changes. It will influence our body. И затем мы используем свой собственный ум и стираем, меняем образы, неправильные образы в уме этого человека. Либо мы используем различные видеоряды, изображения, видео, и через них воздействуем на ум человека, и тогда образ начинает влиять и менять состояние ума человека. Yeah. And last time also we talked about more than 30 years my experience and many image therapies experience already showed when we change image, it can create a lot of miracles. И мы уже с вами говорили, и это мой опыт, опыт других имидж-терапевтов. Когда мы меняем образ, это творит буквально чудеса. Everywhere, who cannot, who sees tears, cannot get up. 50 minutes change image, get up. Cannot... Человек, например... Yeah, a few times can see. Ear cannot hear, a few times healing with image, I can hear. Человек много лет сидел на кресле инвалидным, не мог ходить. 15 минут меняем образ, и человек встает и может ходить. Или была длительная потеря слуха. Мы меняем образ, и слух возвращается, да, буквально за несколько раз. In these last 2 months, I had many cases who asked help from the hospital with the difficult to breathe because of virus. И за последние несколько месяцев из больниц меня часто просят о помощи люди, которым из-за вируса трудно дышать. As we know from very beginning, this virus, yeah, it causes the lungs, the brain, even the liver and intestine and vessels dark. И мы знаем, change this darkness into light, bright, at once change the condition. И мы знаем, что из-за вируса возникает очень много темных пятен, образов в теле, это и в мозге, и в печени, и в легких, и в кровеносных сосудах. И если мы эти темные образы убираем, тогда все, да, делаем их светлыми, тогда все восстанавливается. So all these examples just showed me only 1 hour change the image, their physical condition changed, much easier to breathe. И все эти образы говорят мне, истории говорят мне о том, что всего лишь 1 час работы по изменению образа, и дышать уже становится значительно легче. So change image
Change image. Так, изменение образа. Change image can change physical conditions quickly. Изменение образа может быстро изменить физическое состояние. So, yeah, and now every day I'm working and lead people how to meditate, how to change the image in order to prevent cancer or heal cancer. И сейчас я каждый день помогаю людям, работаю с ними с точки зрения того, как профилактики рака или лечения. Yeah, we have so many good results. И у нас так много хороших результатов. So, I think later we will put all this data, to collect all this data, and we gave analysis. What we, how we can get much better result, and how we can stop the wrong. Yeah, we can continue improve the good the result. И я думаю, что позже, когда мы соберем уже достаточно материалов, мы поймем, как мы можем еще лучше получать результаты и помогать. Okay, so now we have one. Yulia, who follows this procedure for months? About 4 months, right? Yulia? И сейчас у нас есть Юлия, yes. которая уже 4 месяца, она следовала всем этим процедурам, процессам. Yeah, she is from very beginning when we started this program and follow this procedure. Now we listen to her to give other people a ride from her point of view. What's the result? What's her reaction about this, and why she had good result? И она уже около 4 месяцев с самого начала присоединилась к этой программе. Сейчас она поделится своим мнением, своим исследованием, да, какие результаты, какое влияние, какое воздействие на нее оказала вот эта программа и работа с умом. Здравствуйте все. Я не так давно болею раком, где-то с февраля этого года, наверное, вот когда диагноз был поставлен, да. И действительно, последние 4 месяца я занимаюсь практически каждый день имидж-терапией с профессором и иногда самостоятельно. Вот. И каковы же мои результаты? Я присоединилась к программе в июле, и мое состояние было достаточно, ну, таким нехорошим. У меня в тот момент были очень плохие анализы, росли метастазы, вот, и мне хотелось что-то еще сделать для себя, попробовать и посмотреть, как это получится. Кто-то пишет, мы не понимаем. Наверное, нужно по-английски тоже перевести. Да, давайте тогда я буду переводить. Еще, если не сложно, Юля, диагноз ваш скажите, пожалуйста. Рак желудка. So I joined this program around 4 months ago, from the very beginning, and I had very bad state. My initial diagnosis was cancer of stomach, and also I have metastasis all over the body. So I started to look for some other variants, how I can support myself. So I joined this program with professor. Давайте я сначала озвучу в целом результаты. Через 2 месяца уже абсолютно нормальные анализы. У меня были все нормальные анализы крови, и до сих пор они сохраняются, то есть еще 2 месяца. So first result, сейчас чуть-чуть так делайте, чтобы я более точно переводила. So first result, in 2 months, all my blood tests became normal, and I still keep these results. So just in 2 months, it already was normalized. Через 2 месяца я делала тест, который называется ПЭТ-КТ, компьютерная томография, да, с радиоактивным контрастом, и
он показал существенное уменьшение метастаз, уменьшение показателей активности, метаболической активности опухоли в несколько раз. And also in 2 months I made a CT, and also this diagnostic computer tomography showed that this activity, the cancer activity, is 3 times less, so it's much better now. And и опухоль уменьшилась, да? Дело в том, что у меня диссеминированный рак. Это значит, что клетки не сцепляются друг с другом в конкретную опухоль, а они просто очень быстро распространяются по всему телу и есть практически везде. So, and the type of my cancer is kind of dispersed cancer, so it's not the some condensed tumor, but it's the cells that just goes all around the body and very quickly. И еще хочу сказать, что буквально вот перед этой лекцией я получила последний результат желудочного онкомаркера, который показывает, ну, вот, состояние опухоли на данный момент. И надо сказать, что по сравнению с предыдущим показателем он уменьшился примерно в 2 раза, но если сравнивать с февральским, то это десятки раз. Как уменьшился онкомаркер. То есть за последние вот 4 месяца было самое большое существенное уменьшение онкомаркера. So, and also just before this lecture, I got my blood test, and especially this point that shows about the onco-marker, about the oncology level. So it was several times less than I started the program. But if I compare this test with the test that I made in February, it's 10 times less. It's much less, and now it's much better. То есть в целом вот такие результаты. Но я хотела бы еще, может быть, 2 слова сказать, как я начинала программу. И у меня было очень, ну, такое хорошее, позитивное отношение, в принципе, к имидж-методам. Поскольку я читала литературу определенную, я знаю, что это очень, ну, так сказать, давно применяется и развивается в разных вот направлениях, но больше психологических, скажем так, но в том числе и в лечении рака. Даже книжка 70-х годов 2 американских психиатров Саймонтонов содержит в себе упражнения именно на образы. So, and I also want to say several words about how I started this program. First of all, I feel big trust inside of me because I researched different approaches and I knew that image can really influence the body. I knew this mostly from the psychological way, but also when I researched, I found many literature. For example, in 70s, there was a book of 2 American writers who used also images, imaginary, to influence cancer, to work with cancer. Да, и они тогда даже чудесные результаты тоже получали. То есть у меня был, ну, такой позитивный настрой к имидж-терапии, то есть я хотела попробовать и убедиться, что да, это вот в случае рака работает очень хорошо. Yes, and they also got miracle results, those Americans. So in the very beginning, I was very positive, I had trust, and I just wanted to prove and to see that image therapy really works. Я, надо сказать, что я не ожидала очень быстрых результатов, что у меня пройдет рак, что это будет вот, ну, прям как-то ощутимо через там несколько недель или месяцев терапии. I didn't expect for some instant results that cancer will disappear in several weeks after the therapy. То, что получилось, превзошло все мои ожидания. But the result that I got, it's much bigger than all my expectations. И что я хочу отметить, что я сразу почувствовала буквально с первых занятий результат не по изменению заболевания в целом, а по конкретным симптомам. And from the very beginning, I felt result, but not in the changes of the sickness, but in some different symptoms. Ну, например, если у меня что-то болело, и я говорила мастеру, у меня вот такой дискомфорт или такие боли вот там-то, там-то. Мы работали над этим органом,
И боль уходила прямо вот на моих глазах в течение сеанса. То есть после я уже чувствовала себя намного лучше. So, for example, if I had some pain in some area, I informed master about this, and we worked especially on this organ and this location, and pain really just melted, disappeared very quickly. И, например, два таких вот воспоминания приходят мне сейчас. Первое — это то, что у меня были боли в груди, потому что в груди было много метастазов, они были очень большие. И буквально один сеанс, и боли эти ушли. Более того, обычно боли усиливались с химиотерапией. И когда Грудь, мне молочная сделали... железа, извините, уточню. Что-что? Грудь, молочная железа или грудь, грудная Нет, нет, клетка? нет. Грудь скорее легкие, легкие. И когда мы сделали сеанс непосредственно перед химиотерапией, после химиотерапии у меня не было боли никаких. So, and also I had a lot of pain in my chest area, more in lungs area, a lot of pain, and there were metastases, and this pain was much bigger every time after chemotherapy, but as soon as we started to practice to use this program, these pains didn't appear. Да. И второе, как бы вот тот курс химиотерапии, который мне был показан, он сильно влиял на работу кишечника. То есть стул был расстроен. And also the chemotherapy that I used really strongly influenced my intestines, so I had kind of diarrhea. Либо значит, диарея, либо наоборот, никакого стула. Вот как-то так-то. So it was like changing or diarrhea or constipation, couldn't go to toilet at all. И вот буквально после одного сеанса все проходит. Тут же, если я не могла сходить в туалет, я тут же после сеанса прямо шла в туалет. Это меня вообще просто удивило. Как такое может быть? И выглядит как чудо, но это реально со мной произошло. And after just one therapy, I immediately went to the toilet, and it looked like a miracle for me because I couldn't go to the toilet. I make the practice and I go to the toilet. Очень похожие вещи были также со всеми побочными явлениями после химиотерапии. Например, у меня была очень сильная тошнота и слабость, отсутствие энергии. Мне требовалось около 5 дней после каждого курса химиотерапии, чтобы восстановиться. The same effects I had after each course of chemotherapy. I was very weak. I was like vomiting. So I every time had to spend around 5 days after chemo to recover. И последние, наверное, месяца полтора я восстанавливаюсь за 1 день. То есть после химиотерапии мне требуется всего лишь 1 день, чтобы вот, ну, как-то пережить все эти симптомы, и они намного, ну, мягче, что ли. То есть нет такой страшной тошноты или нет такой страшной слабости. В принципе, я живу нормальной жизнью, обычной жизнью человека, даже в этот день, когда есть симптомы. Но это всего лишь 1 день. And through recent 1 month and half, I recovered just through 1 day after the chemotherapy. And there is no such strong vomiting or dizziness or tiredness, just 1 day. But even during this 1 day, I live a life of a normal person. Ну и последнее, наверное, что хочется отметить, это существенное увеличение энергии. То есть And that. я могу переделать столько дел, сколько, мне кажется, я в свою здоровую жизнь не переделала. То есть, правда, после сеансов я чувствую прям прилив энергии, и мне хочется, ну, что-то в жизни сделать. And the last point that I want to mention is that my energy highly increased, and even after now, after these sessions, I can do a lot of things. I think that I even can do more than before I could do in my normal regular life. Ну, наверное, вот про результаты, если то это вот вкратце все. So if to tell about my results in brief, so that's all that I wanted to share now. Окей, Спасибо. спасибо, Юля. Юля.
Так. I remember Yulia very well because she is not the Qigongist, not image therapist. She doesn't know about this image medicine. So first day during the interview, it just, you know, I tried to convince her this method, but she has so many questions, even I felt she didn't trust this method very well. But Я помню Юлю очень хорошо, потому что это был первый день интервью с ней, и она не практикует цигун, да, то есть она пришла без опыта практики, и я помню, что когда мы первый раз общались, у нее было очень много вопросов по поводу метода, по поводу того, как это работает, и мне много сил потребовалось, чтобы убедить, что, ну, объяснить, что это. But then she joined this program. Но затем она присоединилась к этой программе. And then I found she practiced very seriously. И я обнаружил, что она очень серьезно и ответственно практикует. Every day, every time. Even because other, for example, in the hospital, she will definitely in other time to again practice, do it. Каждый день, каждый раз, и даже если она в какие-то дни была в больнице, я был уверен, что она эту практику наверстает в какой-то следующий момент. Also, that what I found, she understands the exercise exactly. И также только что я обнаружил, что она очень точно понимает упражнения. Yeah, it's not some people after a few times said, "Oh, I still don't feel what how the energy moves." Yeah, that is difficult to get a result. И это не то, что, как многие люди через несколько раз говорят, ну, я все еще не понимаю, ну, как там движется энергия. Когда так много сомнений, очень сложно получить результат. This exercise also need pay your attention, concentrate exactly how you learn this, how you do this. И в случае этих упражнений, конечно, нужно обращать внимание, нужно концентрироваться, понимать, как это делать. Yeah, I think later we'll have more people talk about their experience and the result to share with other people, encourage other people to recover, to use this simple home method to recover. Я думаю, что позже я еще буду просить других людей тоже делиться своими результатами, чтобы вдохновить и других людей, что можно восстановиться. Это очень простые методы, но они реально дают результаты. Yeah, we do have so many persons have result, and later we will find time. У нас уже очень много людей с результатами, и позже мы найдем время. Okay, that's all for today. Next time we will continue to show how we use the video to some basic method for everybody. Это все на сегодня, и в следующий раз мы будем показывать видео, как мы можем использовать какие-то базовые методы помощи другим. Okay, so that's all for today. See you next Saturday. Ну что, это все на сегодня. Увидимся в следующую субботу.